Вадим, у кого-то дом, у кого-то квартира, у вас замок. Ну, разумно, а что мелочиться-то? Я говорил, отдайте корону человеку, кому надо. Да, это правда. И в Северной Осетии. Так. Да. Вот это... 14 век. Это родовой замок. Твой родовой? Нашей фамилии, да. Круто! Круто! Да. А, официально, по документам, этот замок принадлежит нам, нашей фамилии. Мой родной брат занимался оформлением. Каждый год наша фамилия собирается летом. Там устраиваем огромный большой пир. Дело в том, что там, в Осетии, у каждой фамилии есть свой родовой, своя родовая башня. А эта постройка, она огромная. То есть это в статусе замка. Это памятник архитектуры федерального значения. Что-то внутри есть? Там все это сохранилось. Вот моя родная тетя, ей сейчас 98. Она еще родилась там. Да ладно? Да.